собственной дочерью я справиться не могу. В новом выпуске реалити «Чада из ада». Крутой мажор — это тот, кто тратит деньги на что-то нестандартное. Неуправляемая принцесса, которая хочет построить свой замок на деньги родителей. Это уже переходит всяческие границы. Спустится на землю. Завтракаем и идем сажать картошку. На речку. На речку. Стирать ковры. А мне поможешь порядок навести в автобусе? Тебе понравится. Получится ли у Чада снять с себя корону? Я чуть в обморок не упала. Чада из ада. Самое перевоспитательное реалити. В четверг в 18:30. Так и что это? Это гитара? Да. Это ты будешь в замке играть и петь еще, да? Премьера на Ю.